Мыльный вкус пропал. Ну, моя рекомендация в силе. Пробуйте испанские джины. Даже несмотря, что первый глоток будет мыльным, остальные будут. На самом деле, очень круто, что здесь в таком почете джин-тоник, потому что мы любители джина, да, и для нас как бы... Это не джин-тоник из там из одной банки, это, ну, как бы, коктейль. Да, берут джин, да, и берут тоники, причем они разные. Но здесь как бы в почете Швепс в основном очень распространен во многих магазинах, ну, классик. А во многих барах вам, скорее всего, сделают коктейль с джин-тоником с желтым лейблом, да, вот, джин-тоник классик я его называю. Или оригинал, возможно. Не суть, в общем, белый такой. И... Но при этом есть и другие. Вот даже в этом кафе на скале, да, которое просто держат там какие-то ребята, здесь предложили там 4 джин-тоника на выбор, да? Ну, в смысле тоника, 4 тоника на выбор. При этом у них есть 3 джина на выбор. Один испанский, один английский сапфир Бомбей, и еще какой-то, я не запомнил. Но не суть, в общем. Одобряешь? Да, испанский джин, как бы. Вторая попытка, ну даже не вторая попытка, вторая проба испанского джина достаточно успешная.